Библейский портал экзегет.ру представляет. Книга песен песни», 4 глава, читаю ее в переводе российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Ну, в третьей главе все это дело кончилось свадьбой, мы говорим о том, что книгу можно прочитывать как любовную поэзию древнего Ближнего Востока или как аллегорическое повествование о любви Бога и человека, человеческой души, либо же церкви Ветхозаветной, Новозаветной церкви. Но с свадьбой начинается история семьи, начинается новая страница в отношениях двоих и далеко это не гарантирует, что все будет прекрасно после того, как люди поженились. Но сначала все очень хорошо. И вот, наверное, без этого ощущения, что другой человек это нечто невероятно ценное, бесконечно любимое, дорогое, ничего не будет. Вот об этом начало четвертой главы. Как ты красиво, любимая, как ты красиво. Твои глаза словно голубки за твоим покрывалом. Она невеста, да, она скрывается за покрывалом лицо, и только жениху взгляд эти глаз предназначен. Твои волосы, как стадо кос, что сбегают по склонам Галаада. Галаад — это местность холмистая. Твои зубы словно стадо отборных овец, что выходит из воды после купания. Как мы по-разному понимаем эту образность, да? Э, зубы как стадо овец, но ведь вымытые овцы, это действительно красиво. У каждой близнецы ягнята, и ни один не пропал у матери. Вот что значит сельскохозяйственный народ, да? Не просто парад овец, но э, каждого овца не принесла, и все ягнята при них. К зубам это, конечно, уже не относится. Как алая тесьма твои губы, язык твой прекрасен. Как половинка граната твоя щека за твоим покрывалом, она все еще за покрывалом, она невеста, которую жених скорее угадывает за этим покрывалом, чем видит. Как Давидова башня твоя шея, башня каменной кладки, тысячи щитов висит на ней, колчаны множество воин, воинов. Видимо, это ее такая, скажем, стройная осанка и ожерелье, которое у нее на щеке. Но дальше он спускается ниже. «Твои груди, как два олененка, словно двойня газели, среди лилии они пасутся». Вот, опять-таки, он, видимо, угадывает ее тело под одеждой в день свадьбы. «Пока день не повеет прохладой, пока не скроются тени, пойду на Мировый холм, на Ладановую гору». Вот эти благоухания мира и Ладана, это все привозные, очень дорогие благовония, и здесь, конечно, вот их соединение как некое такое вот соединение с благовониями описывается очень образно. Я не буду, наверное, в буквальном смысле расшифровывать это более подробно. Любимая это вся красивая изъяна нет у тебя. Хм. А как нам это аллегорически-то истолковать? Человеческая душа? А вот для Бога она прекрасна. И точка. Ко мне с Ливана, невеста. Ко мне с Ливана, приди, взгляни с Аманской вершины, с вершин Хермона, с Это разные места. Ну, то есть, вот округа, да, Окрестные горы, рядом с Ханааном. Примчись из логова львов, по горным тропам пантер. Смотрите, то у нас юноша бегал по горам, как олень, а теперь девушка, как какая-то львица по горам, да? А ведь, правда, в любви кто-то другой дикий свободный и такой горный, да, вот он там вдалеке красивый или она вдалеке красивая э, приходит к тебе и ты его приручаешь и сам ты приручаешься таким же образом. Ты пленила мое сердце, невеста, сестра моя. Это, кстати, очень характерно для египетской поэзии. Невеста называют сестрой. Авраам называл свою жену Сару сестрой, то есть, э, видимо, имеется в виду вот такая же, как я, равная мне. Близкая мне. Первым, первым же взглядом пленила лишь одной цепочкой на шее. Как красивы твои груди, невеста, сестра моя. Как сладкие ласки твои, слаще вина твои груди. Запах масел твоих прекрасней всех благовоний. Патокой текут твои губы невеста, мёд и молоко под языком у тебя. Да, ну вот, э, ну это явное описание брачной ночи, конечно. Запах твоего платья словно запах ливанского леса. Ливан ⁇ это страна, она до сих пор так называется. И там хорошие леса растут. Поэтому, наверное, очень такой яркий свежий запах. Невеста, сестра моя, запертый сад, дверь закрытая, родник запечатанный. Среди ветвей твоих заповедный сад, там гранаты и прекрасные плоды, там нард. Это благовоние. Там нарт и шафран, имбирь и корица, опять-таки благовония и пряности, все ладановые деревья, мир и алоэ, все лучшие благовония. Родник посреди садов колодец со свежей водой, потоки сливаны бегущие. Северный ветер, проснись, южный ветер, приди, подуй на мой сад, пусть текут благовония ну, мне неловко истолковывать это в буквальном смысле слова, а э, в переносном, в аллегорическом, наверное, можно сказать только одно. Смотрите, оказывается, отношение человека с Богом или Бога с человеком можно описывать такими предельно эротическими красками. Значит, в Родске нет ничего постыдного, есть постыдное в греховности, которая иногда этой эротикой вызвано, да? но не в эротике как таковой, не в человеческом теле, не в его красоте, не в соединении двух любящих. «Пусть милый придет в свой сад, пусть поест его прекрасных плодов». Это уже краткая реплика невесты. Смотрите, в самом начале книги девушка была очень разговорчивая. Она там про девушек иерусалимских говорила и все такое прочее. А вот она теряет слова, вот она уже э, вместе с ним, и ей уже нечего сказать. Это уже просто ее э, безмолвие «приходи, поешь прекрасных плодов» и, собственно говоря, все, что она может сказать. Четвертая глава, наверное, вот такая кульминация э, их романа, самая чувственная, э, самая яркая. И хотелось бы остановиться в этой четвертой главе, хотелось бы в этом прекрасном саду поселиться навсегда. А выйдет ли? Об этом пятая и следующая глава.